so faded. I forgot everything about last night. The game is over. I broke the rules across the line. Where are your friends? Where's your girl? Where do you leave? Flashing lights. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня слышно? Напишите, пожалуйста, мне в чате. Да, слышно, отлично. Меня зовут Ольга Раева, координатор выставки ОТМ 2018 Indian Ocean and Africa. И я вас рада приветствовать на торжественном закрытии нашей онлайн-выставки. Это видео, которое только что было у нас в эфире, доказывает еще раз, что это была самая красивая, самая релаксовая, и мы очень надеемся, самая полезная и максимально продуктивная для вас онлайн-выставка по островам Индийского океана, Африки и Австралии. Начинаем? С нами в этот раз, эта выставка, я напомню, проходила уже третий раз у нас, и в этот раз с нами было почти 1600 профессионалов турбизнеса, даже уже чуть больше, мы приближаемся сегодня к отметке 1700, и это не может не радовать. Для нас это было даже неким удивлением и откровением, когда с первых дней промо на выставку регистрировалось по 200, по 300 человек за день. Это действительно доказывает еще раз, что эта выставка очень востребована, турпродукт по островам Индийского океана очень востребован вами, а значит и туристами, и сезон осень-зима 2018-2019 обещает быть жарким. А мы вам этого очень-очень желаем. Поехали дальше. С нами в этом году было 27 экспонентов. Это рекорд. 5 туроператоров. Emirates Holidays, Annex Tour, Club Med, Art Tour, Quinta Tour. Кроме того, с нами было 14 отелей и курортов. Это тоже рекорд, столько на данной выставке у нас еще не было, и все эти отели показали очень хорошие цифры по
по посещаемости презентацию онлайн. И я напомню, что те из вас, кто не успел посмотреть какую-то презентацию в онлайне, то сайт продолжает работать, архив там существует, и вы можете в любой момент посмотреть, пересмотреть, скачать какой-то каталог, просмотреть стенд, специальные предложения от наших экспонентов. Все это остается, все это работает, пожалуйста, пользуйтесь. Кто еще с нами был? Еще было 5 принимающих компаний и 2 авиакомпании со своими новыми полетными программами на грядущий сезон. Это наши экспоненты, мы их очень благодарим за то, что они доверились Profit Travel, за то, что на нашей площадке вели свои презентации, и вас, уважаемые коллеги, за то, что их продукт был вам интересен, и что вы его смотрели. Ну а теперь, наверное, самое приятное – это призовой фонд нашей выставки. Сегодня мы разыграем 2 действительно очень-очень роскошных приза. Первый – это роскошная неделя в Фуравери Island Resort and Spa на двоих на Мальдивах. И второй приз – это 5 незабываемых дней от Resort Life Maldives тоже на двоих. Совсем скоро, буквально там через 15 минут, мы запустим тестирование. Я напомню, что за приз у нас будут бороться лидеры рейтинга Loyalty, который действовал на данной выставке. Уже сейчас понятны лидеры, но у всех есть шанс благодаря тестированию получить единовременно 500 баллов Loyalty и вырваться вперед. Поэтому всем желаю удачи и вернемся к этому чуть-чуть попозже. Конечно, все те, кто посмотрели у нас в прямом эфире, минимум 10 вебинаров, они получат именной диплом. Уже в 19.00 я договорилась со своими коллегами, и диплом будет подгружен в ваши личные кабинеты, если вы выполнили самое главное условие. Да, 10 презентаций в онлайн. Перед тем, как мы перейдем к розыгрышу, к тестированию, к розыгрышу призов, я бы хотела отметить самых ярких наших экспонентов, те, кто отличились или прекрасно заполненными стендами, или грамотно проведенными презентациями. У каждого своя номинация, всего у нас их 10, но еще раз большое спасибо. Я хотела бы сказать, безусловно, всем-всем нашим экспонентам. Без вас выставка не была бы такой яркой, насыщенной, интересной и познавательной для наших коллег из туристических агентств. И первая наша презентация. Самая яркая презентация. И в ней победа присуждается туроператору Emirates Holidays. Emirates Holidays – как не заскучать на Мальдивах. Отели с интересными фишками, комбинированные туры Мальдивы плюс Шри-Ланка. Эта презентация действительно не дала заскучать ни вам, ни нам. Эксперт настолько глубоко знает свой продукт. Такое количество фишек по богатой отельной базе редко можно услышать. Мне особенно запомнилась фишка в отелях «Лакс». Это дерево желаний. Расскажу немножко, да, вот мне пишут в чате, что согласны. Дерево желаний. Каждый гость отеля завязывает ленточку на дерево с инициалами, с датой заезда. И раз в год отель проводит розыгрыш среди своих гостей, и тот, чья ленточка случайным образом выигрывает, получает шикарный приз, это бесплатный отдых в отеле. И таких фишек действительно было очень-очень много у Emirates Holidays, поэтому если вы не видели эту презентацию, пожалуйста, заходите в наш архив и смотрите.
Это действительно стоит того, вам будет много что интересного рассказать своим туристам. И вторая наша презентация – это самый востребованный стенд, и в ней побеждает туроператор Артур. На стенде очень хорошо проработан каждый раздел. Для агентов предложено несколько актуальных предложений. На готовые туры на Мальдивы и на Маврики есть подробный каталог. Кроме того, работа эксперта, туроператора на презентации вызвала большой интерес со стороны агентов. Это мы наблюдали по активному чату, потому сколько вопросов было, задавалось туроператорам. Мы надеемся, что эта презентация вам была так же интересна, как и нам. И переходим к третьему нашему победителю. Самая информативная презентация. Здесь выигрывает принимающая компания на Мальдивах Resort Life Maldives. Мальдивы по-новому с Resort Life Maldives, только открывшийся и готовящийся к открытию отелей с абсолютно новым концепциями отдыха для состоятельных и бюджетных туристов. Эта презентация действительно заслужена. Это, в общем, не только наше субъективное мнение, это объективно, эта презентация действительно в первых строчках посещаемости по нашему рейтингу, с которым очень сложно спорить, потому что там голые цифры, в общем, и ни капли субъективизма. На презентации максимально подробно была подана информация об отелях на Мальдивах экспертам компании. Особое внимание аудиторию заинтересовало, конечно, бюджетные варианты отдыха для туристов на Мальдивах, потому что это очень, на самом деле, востребованный продукт, начиная с прошлого года, и эта тенденция заметна и в этом году. О Мальдивах мечтают очень многие туристы, поэтому Мальдивы становятся все ближе и ближе и для тех, кто раньше и не смел мечтать о них. И это очень-очень приятно. Четвертая номинация. Самая прикладная номинация. И здесь выигрывает французский туроператор Club Med. Очень подробно обо всех аспектах отдыха на Мальдивах. От перелета, трансферов до отельной базы и развлечений, в том числе видов спорта, которые организует туроператор на своих курортах. Это действительно туроператор рассказал о двух своих курортных городках на Мальдивах, очень подробно разобрал то, что включено в all-inclusive, и действительно там включено все по максимуму, даже не только напитки спиртные, но даже выезд на скроллинг с гидом, даже это включено в All Inclusive. Поэтому, кто не видел презентацию, пожалуйста, посмотрите, это действительно очень-очень заманчивое предложение для ваших туристов. И следующий наш победитель – это номинация «Самая экспертная презентация». И здесь выигрывают два отеля – Savoy Resort & Spa Hotels на Сейшелах и Coral Strand Smart тоже на Сейшелах. Эксперт настолько вкусно рассказывал об отелях, что в чате от разных агентов во время всей презентации звучал один и тот же вопрос. Какие туроператоры работают с вашими отелями? Через кого можно бронировать ваши отели? Это действительно лучше всяких слов говорит о том, что презентация была востребована, продукт востребован и очень-очень вас заинтересовал. Значит, вы будете передавать эту информацию своим туристам. И мы надеемся, что им понравится ваше предложение, а потом понравится отдыхать в этих отелях. Перейдем к следующему. Номинация «Самая экзотическая презентация». И здесь у нас выигрывает принимающая компания на Шри-Ланке NCAR. Все, кто видел и слышал эту презентацию, я думаю, согласятся со мной, потому что 2 часа о чудесах Северной Шри-Ланки пролетели вообще на одном дыхании.
пляжи Кальпитии, полуострова, острова, нацпарки и другие экзотические маршруты Шри-Ланки, а также о том, почему стоит обязательно пройтись по мосту Рамы, эксперт максимально подробно и интересно рассказал. О той энергетике, которая есть на этом мосту, очень-очень-очень древнем. Это было действительно интересно, заманчиво. По крайней мере, мне точно захотелось собрать чемоданы и съездить в это удивительное место. Следующая наша номинация – самая вдохновляющая презентация. И здесь выигрывает у нас курорт Анантара на Шри-Ланке. Зачитаю цитату, которая была в чате. Ох, красоты сегодня очень и очень много. И действительно, красоты было очень и очень много. Сначала о презентации на курортах Анантара на Шри-Ланке. Потом о курортах Анантара на Мальдивах. Эксперт безумно любит свой продукт, и это чувствовалось в том, как она рассказывала о нем. И мы надеемся, что эта энергетика, она передалась вам, и это поможет вам более выигрышно подавать своим туристам этот отель, советовать его, и туристы тоже заразятся и обязательно в него полетят. Следующая наша презентация – это самый зажигательный эксперт. И здесь, наверное, никто со мной не будет спорить, но выигрывает Анна Ткаченко, руководитель направления Шри-Ланка, Занзибар, Мальдивские острова, Сейшелы, Маврики и Хорватия, туроператора «Анекс-тур». Я вижу, вы пишете в чате. Действительно, все, кто видел редакционный эфир о Занзибаре и коммерческие эфиры «Анекс-тур», согласятся, что Анна, действительно, она вообще огромный-огромный профи в ведении презентации, потому что очень динамично. Очень интересно, ничего не опуская, никаких мелочей, которые помогут вам в работе. Она вела свою презентацию и одновременно общалась с вами в чате, отвечала вам на все ваши вопросы. Это действительно большая редкость, потому что мы очень приветствуем, когда наши экспоненты выходят на презентацию вдвоем. Один ведет презентацию, а другой работает с аудиторией в чате, отвечает им на вопросы. Ну, Анна настолько мастерски умеет совмещать эти два действия, что очень-очень-очень синхронно и гармонично, и действительно очень интересно, без запинок она вела все презентации. Большое-большое спасибо, и эта награда действительно заслужена. Следующий наш самый колоритный стенд. И здесь, конечно, принимающая компания Альфа Зулу Африка. Зайдите на стенд, если вы еще не заходили. Пересмотрите фотогалерею и видео компании и убедитесь сами. 6 специальных предложений, которые уже сейчас действуют на данное направление, их можно бронировать. Для начала их нужно изучать, потом можно уже бронировать для твоих туристов. Вкусно настолько, что прямо сейчас можно паковать вещи и ехать в Южную Африку. И последний наш номинант – это самый востребованный каталог, и здесь выигрывает туроператор Квинта Тур, и его каталог «Авторские туры по всему миру избранные». 225 страниц. Я вообще нисколько не преувеличиваю, действительно, 225 страниц, прекрасно иллюстрированных, с отлично поданными текстами о тех направлениях, которые представляет туроператор. Очень емко, очень интересно. Это действительно какой-то титанический труд провели коллеги из Квинта Тур.
И я советую всем его скачать, распечатать, если получится, на цветном принтере и пользоваться. Там собраны все направления туроператора, и им просто его очень интересно листать, будет и туристам, я вам гарантирую. Поэтому обязательно зайдите, посмотрите, если вы еще не скачали, скачайте. Так, мы закончили с нашими отличниками среди экспонентов на этой выставке. И я предлагаю перейти к самому увлекательному нашему мероприятию на каждом закрывающем эфире. Это, конечно, финальное тестирование. Я напомню, что все, кто справится на 100%, с этим тестированием моментально получит 500 баллов лоялти в свой личный рейтинг. Это отличный шанс вырваться вперед. Готовы? Отвечайте, готовы? Да, 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 готовы. Ну, тогда начинаем. Сейчас я в чат выложу ссылку. Так, секундочку, я его сейчас попрошу, чтобы коллеги открыли. Так, тестирование у нас открыто. Сейчас я вам выложу ссылочку в чат, и у вас будет ровно 20 минут для того, чтобы ответить на все вопросы. Будет играть легкая музыка, видео наших экспонентов. Вы не обращайте внимания, проходите тест. Не торопитесь, 20 минут на 10 вопросов более чем предостаточно. Они у нас не сложные. Скажу более того, что ответ, если вы меня сейчас правильно, внимательно слушали, то ответ на один вопрос у вас абсолютно точно уже есть. Поэтому не торопитесь. Начинаем. 17:19 на моих часах, то есть в 17, вот сейчас 17:20 показалось, поэтому в 17:40 я закрою тест. Поэтому всем-всем-всем удачи.
so faded. If I got everything about last night, the game is over. Broke the rules, crossed the line. Where are your friends? Where's your girl? Where do you leave? Flashing lights, is everything you see? Namibia, a land far away from everything you've ever known. Our guided lodge safaris showcase some of Namibia's most idyllic accommodations. For the wild at heart, our guided camping safaris offer an unadulterated bush experience. For the more intrepid, a self-drive safari is a special way to see Namibia. Or, our tailor-made offerings allow you to craft your own adventure. Experience Sossusvlei, the world's oldest desert. The Fish River Canyon, a place of overpowering silence. Kolmanskop, the classic desert ghost town. Enjoy some of the exciting activities available around Swakopmund. Meet the semi-nomadic Himba people of the rugged Kaukaland region. Absorb the ancient majesty of the Spitzkopper, granite that is over 120 million years old. Learn about the culture of the ancient Kalahari Bushmen. Then experience Etosha National Park, one of the greatest wildlife viewing areas in the world. Finally, discover the exquisite Zambezi region. The passion and expertise of our guides, our customized safari vehicles,
and Namibia itself will make your time with us memorable in every way. So book now and fall in love. Коллеги, у нас остается на прохождение теста 6 минут, ровно в 17:40 я закрою тест, поэтому кто не успел, следите за временем, у вас осталось 6 минут. А мы смотрим, продолжаем смотреть видео. Thank you.
коллеги. Ну вот и все. Прямо при вас я закрываю тестирование. Секундочку, сейчас я проверю. Все, тестирование закрыто. Сейчас для всех вас, кто неправильно не смог, вернее, пройти тестирование, да, вот меня уже просят выложить правильные ответы. Прямо сейчас я это делаю в чате. Вот здесь вы можете себя проверить. Здесь выложены правильные ответы. Проверьте себя. Кто не успел, пожалуйста, не расстраивайтесь. В любом случае, выставка была отличной, и я очень надеюсь, что та информация, которую вы почерпнули из нашей презентации, она вам очень-очень поможет в наступающем сезоне. Поэтому, если что-то не успели посмотреть, изучить чей-то продукт, предложение, то, пожалуйста, пользуйтесь архивом, смотрите, слушайте. С любых мобильных устройств это возможно. Поэтому, в общем, сайт продолжает работать специально для вас. Так, а сейчас мы переходим к самому интересному. Я, конечно же, это розыгрыш призов. Я напомню, что мы разыгрываем роскошную неделю в Фуравери Island Resort & Spa на двоих. А второй приз – 5 незабываемых дней от Resort Life Maldives тоже на двоих. Я переключаюсь, чтобы вы видели мой рабочий стол. Вот. Все хорошо видно? Ответьте, пожалуйста, вы видите сайт сейчас наш? Да, все отлично видно. Я обновляю страницу. Вот, страница обновилась. Тест был очень и очень легким. Я сразу скажу, был вопрос в чате, у нас в этот раз люфт по баллам 3 балла, так как каталог появился в последние часы, кто-то успел его скачать, кто-то не успел, и поэтому мы считаем, что это не совсем правильно, поэтому мы сделали люфт в 3 балла. Поэтому в розыгрыше у нас примут участие и те, у кого 1024 балла, и те, у кого 1021 балл. Вот, мы заканчиваем на Анне Луговой, 29 номер. То есть всего у нас принимает участие в розыгрыше 29 человек. Да, все со мной согласны, что это честно, я очень рада. Итак, 29 человек. Я включаю генератор случайных чисел. Вводим сюда от 1 до 29, и сейчас мы разыгрываем роскошную неделю на курорты Фуравери на двоих. Нажимаю «Сгенерировать», 14, переходим на нашу страницу, 14, это Надежда Сидорова, под номером 14. Поздравляем, Надежда, из города Москвы. Теперь мы разыграем 5 дней от Resort Life Maldives. Также у нас 29 человек. Я нажимаю кнопку «Сгенерировать» и выпадает число 24. Давайте посмотрим, кто же этот счастливчик. 24 – это Дарья Крыканова из города Рязань. Я поздравляю от всей души. Надеюсь, коллеги тоже поздравляют.
Два победителя. Я желаю, чтобы у вас этот сезон был действительно жарким на туристов по этим направлениям, по островам Индийского океана, чтобы очень и очень много туристов захотели туда поехать. Вы теперь знаете об этих направлениях максимум, сможете рассказать интересно, захватывающе, чтобы они не смогли отказаться. Ну а после того, как хорошо поработаете, у вас есть ваучеры на бесплатное проживание на отличных курортах, поэтому вы сами замечательно отдохнете. Я напоминаю, что все остальные, кто посмотрел 10 презентаций в онлайне, уже сегодня в 17:00 по Москве, то есть совсем-совсем скоро, увидят своих личных кабинетах именные дипломы участников выставки OTM-2018 Indian Ocean and Africa. Если вдруг кому-то не придет диплом, пишите нам на нашу почту, и мы, конечно, во всем разберемся. Но это еще не все сюрпризы. Наконец-то у нас утвердился партнер на 2018 год в системе Loyalty. Это Annex Tour и победители Loyalty Profit Travel по результатам 2018 года полетят с командой Profit Travel в Каталонию. Поэтому впереди нас еще ждет несколько выставок по Арабскому Востоку, затем ОТМ, потом «Знай наши», затем «Карибы». Кроме того, у Profit Travel очень много проектов подключены к системе Loyalty, поэтому бронируйте туры, зарабатывайте баллы и увидимся в Каталонии, скорее всего, в начале следующего года. Ну и это еще не все. Буквально в среду мы делаем все возможное для этого. Стартанет сайт выставки, онлайн-выставки по странам Арабского Востока. Поэтому среда-четверг, регистрируйтесь на новую выставку, изучайте Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Оман и другие направления Арабского Востока, будьте в курсе, это тоже очень актуальные дестинации, любимые вашими туристами, поэтому, думаю, вам будет очень и очень интересно. Ну, а я прощаюсь с вами, спасибо всем за участие в онлайн-выставке OTM 2018 Indian Ocean and Africa, и продолжайте изучать направления вместе с Profit Travel. А сейчас всех неравнодушных, кто действительно любит Profit Travel, наш продукт, то, что мы делаем на выставках для вас, я вас очень попрошу ответить на несколько вопросов в нашем опросе. Вот я его выкладываю в чат. Мы это делаем не просто так, а для того, чтобы действительно развиваться, быть лучше, интереснее для вас, поэтому, пожалуйста, ответьте на наши вопросы максимально честно. Мы будем вам очень признательны, а я с вами прощаюсь. Было очень и очень интересно, и увидимся на Arabian 2018. До свидания.